For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. Так, по-моему, я графику все-таки не настроил. Что-то не то, ребят, игра выглядит, как будто она вышла не пару лет назад, а 50. Так, как графоуни просто жесть. Первый раз такое вижу. Воу, Dishonored, все, по стелсу. Да, по стелсу. Ни одного диалога не пропустим, братаны. Все по стелсу, проникнемся атмосферой. Ух, хорошо будет. Что-то я не помню, чтобы графон был таким мультяшным. Поле зрения максимум выкрутил. Уже выкрутил. На 100. Мне больше не нужно. Нет, что-то не то. Она... Что-то не может быть так все. Я видел скриншоты, геймплей. Это... Что-то не так. Вы посмотрите на этот пиздец. Несколько концовок. Ну, ребят, вы видите мои настройки? Это все, что есть в этой игре. Я не могу другие подкрутить. Блять, я спалил. Ну ладно, неважно. Не, ну серьезно, типа, посмотрите. Все, как бы, больше нет ничего. Все на высоком. Ладно. Присмотрелся, графика такой была 2 года назад. Вот и мне так кажется. Может, вам казалось, что эта игра лучше? Шевелонки тут нет в настройках. А, все, понял. Чувак пишет, яркость слишком сильно вкрутил. Да-да-да. Я так и думал, братан. Теперь лучше будет, я уверен. Спасибо за совет. Вот совсем другое дело, действительно. Все дело было в яркости. А, игра вполне вероятно так... Херово выглядит из-за слишком большого разрешения. Понял. С яркостью уже сделали. Давайте разрешение. Но я слышал, да, что чем больше разрешения ставишь, тем хуже игры начинают выглядеть. Давайте, наверное, 800 на 600 поставим, чтобы игра просто охуительно выглядела. Так. Ну вот, совсем другое дело. Ребят, я вот реально, что без ваших советов я бы делал, я просто не представляю. Совсем другое дело, ребят. Спасибо. Нет! Они убили маму! Сволочи! Блять, какие у меня лапы охуенно здоровые! Я за гориллу играю какую-то, что ли, или что? Они же только что ушли, я могу не слушать тебя, догнать их и отпиздить. Ты видел мои руки? Чьи-то ноги появились в кадре из воздуха. Да-да-да, обвинят меня, я прям чувствую. Это не я, это Ротенберг. Верни тени от крыс, только что вернул. Блять, я съел ее, ребят. Выкинул он туда. В море. Ubisoft представляет. Все, завязка, как в Ведьмаке. Всех убили, я подставлен. Донки Конг. Донки Конг в изгнании, ребят. Так. We all start with innocence. But the world deads us to guilt. Все мы рождены невиновными, но... Короче, не мы такие, жизнь такая. Вот я как это перевел. Крыса, у тебя есть тень? Да. Можно всех хуярить, так веселее будет. Не надо мне тут в чате рассказывать, ребят. Начну хуярить, начнется эта херня. Им это опять ебашит. Не может, бля, не-не-не.
только делать, что стреляет. В этой игре ползать надо. Это игра, в которой ползать надо. Привет, ребят! Ну вот, только в чате написал. Спидран. Спид. Ран. Вот и крыса. Да-да-да, MLG, парни, как же я ебошу. Ключ от заднего двора, где он? Этого я не знаю. Меня к такому не готовили, братан, ты чего? Теперь сам туда. Ах ты черт. Знаешь, как это? Твою мать! Умная игра, да? Она на интеллект основана. Ребят, я вам не подам. Мне все равно, что вы ветеран ДНР. Уходите отсюда, блядь. Хватай цепь! Мудила. Я не знаю, куда мне дальше идти. В анал, короче, эти амулеты. Вот она стоит. Иди мойся. Грязная сучка. Где тазик-то? Две руны. Может, мне надо крысой сюда вернуться? Я просто даже тазик-то не вижу. Не, ребят, блин, я чуть, наверное, не это самое. Не дождусь тазика. Она, может, она раз в неделю моется. Мне очень понравилось. Ну, если не шутить, то эта игра неплохая.